Мне вот сейчас говорят, почему, Леш, ты не показываешь большие центры? Я все время говорил, люди, большие центры – это большие деньги, понимаете? Но, тем не менее, в торговом центре дом есть место, где вы не тратите денежные средства. По одной простой причине. Ну, не хотят люди столько денег зарабатывать. Представляете? Ну, просто живут спокойно, дают вам возможность купить себе качественную мебель и продают вам это дело здесь. А куда зайти? А вот сейчас мы зайдем туда, где вы думали, что здесь большие цены. Ну, а как вы хотели? Век живи, век учись. И оказывается, в тех центрах, где типа дорого, можно купить дешево. Потому что есть магнитогорская составляющая проекта «Дешевая мебель» от фирмы «Горизонталь». Почему я так смеюсь? Я бы попросил свою камеру показать то, что сбоку. Так вот, что здесь такое, да? Здесь также торгуют мебелью, да? Торговый центр «Дом». Но не каждый выдерживает соотношение цена и качество, да? Потому что здесь много мебели было, но здесь также мебели и не продается. Потому что, понимаете, да, привел сюда мебель за 150 тысяч рублей, не продал. Что делать? Ничего не делать, заплатил аренду. Мы говорим про самую дешевую мебель, потому что самая дешевая мебель должна быть для вас. Самая дешевая мебель – это мебельный центр «Горизонталь». Это магнитогорская мебель, не только магнитогорская, это мебель из всей Челябинской области. То есть есть вещи, которые из мяса, это стенки. Есть то, что делается в Магнитогорске, это вот диваны и все остальное, это делается в Магнитогорске. Я вам неоднократно говорил, что Магнитогорск – это то, что вам нужно было. И то, что делается в Челябинске. Так вот, в Челябинске делаются вот такие замечательные матрасы. Вот такой замечательный матрас целиком. 1400 на 2000 стоит вам будет сейчас внимание и приезжать только сюда 6000 рублей, нормальный качественный матрас. Я в свое время купил, но там цена была совершенно другой. То бишь, мы вам показываем, где самые дешевые цены. Так вот, самые дешевые цены в мебельном центре «Горизонталь». Да, это правило, но не хотим мы платить, не хотим. А то матрасы за 25 тысяч рублей, стенки за 50 тысяч, мебель. Да нет таких цен. Нет, ну есть такие цены, но это за дивную кровать из металла. А вот то же самое, в принципе, купила моя супруга, да? Оно было немножко по-другому сделано, да, но за другую сумму все это дело взяли. То бишь, мы, конечно, искали самое дешевое. И практически нашли, но мы знали, что будем работать с фирмой «Горизонталь». По одной простой причине. Если бы мы это дело знали, то купили бы все это здесь. Вот, по цене. То есть, вот эта сейчас мебель здесь стоит 23 тысячи рублей. Потому как правило, переедь и оставь мебель. Сумма доплаты вас не сильно удивит. Зато какая радость, квартира сдается с мебелью, и у вас будет такая. Потому что есть магнитогорская фирма «Горизонталь». Ну, вот так вот, да? Я вам потом уже продемонстрирую, что такое ваши дивные домашние животные. Вот. Потому что я, конечно, прекрасно понимаю, что мебель из кожи хорошо смотрится. Но так ли она? По одной простой причине. Рано или поздно либо вы, либо ваш ребенок, либо ваша кошка, либо ваша собака ее порвет. Что вы дальше будете делать? Знакомая штука возникает. Давайте себе возьмем то, что вы можете перетянуть. В случае чего? Это другая штука. Она сделана и почти похожа на кожаную мебель. Но, тем не менее, это совсем не то. То есть, если у вас что-то случилось, вы потом все это перетянули и дальше продолжаете работать. Но возникает вопрос. Кожаная мебель стоит космических денег. Нужна ли она вам? Думайте сами. Мы вам предлагаем то, за что вы денег больших и не платите.